Стены школы в Медвежьих озерах, официально она называется «Пристройка» на 275 мест, подрастают буквально на глазах и уже подошли к третьему этажу. Ход строительства школы проверил глава Щелковского района Алексей Валов. Внутри кирпичного здания уже можно увидеть очертания будущих учебных классов, мастерских и других помещений. Строители заканчивают выкладывать спортзал и актовый зал. На объекте работают порядка 80 человек. В штабе стройки Алексей Валов провел рабочее совещание с подрядчиком компании «Стройгарант» и субподрядными организациями. Каждый отчитался о выполняемых работах по утвержденному плану. Согласовано технологическое присоединение к коммунальным сетям. Во время осенних каникул строители продолжат работу в более активном режиме. В частности, выполнят мероприятия, которые не должны мешать учебному процессу. Например, сделают галерею между старой действующей школой и новым корпусом. До 1 ноября планируется закончить контур здания, чтобы можно было подавать тепло и начинать отделочные работы. На совещании обсудили изменения технических условий по теплоснабжению, которое, однако, не должно повлиять на график выполнения работ. Работа идет уверенно, все процесс управляемый. Есть нюансы, которые необходимо было решить принятием дополнительного технологического изменения в проект. Вот я думаю, я имею в виду отопление, будет дифференцированное отопление. Сейчас достаточно дееспособная организация, она по ходу меняет и делает так, чтобы функционал этого здания был абсолютно 100% готов. Глава района остался удовлетворен итогами выездного совещания. Понравилось как отношение строителей к работе, так и качество самих работ. Школа Медвежьих озерок должна быть сдана к Новому году в полном соответствии с задачами губернатора. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».